Привет, бро, меня зовут Пузи, и со мной сегодня Альберт. What? Что это было? Всем привет. В общем, сегодня мы вместе с Альбертом будем играть в Q-Clash. Это что-то наподобие боевого шутера. И, кстати, у меня доступен один лутбокс. Я его открою, пожалуй. Так, у нас тут есть рарные шансы 80%, супер-рар 19% и экстрандинар 1%. Окей, открываю. Ничего тебе что выпало, Альберт? А, мне выпало какой-то лимитированный офицер. Ну-ка. А, мне просто какой-то зеленый офицер. Нет, мне какой-то лимитированный фиолетовый, типа супер-рейр. Слушай, прикольно, прикольненько. Так, и тут есть следующие стандартные боксы. Ну что ж, начинаем премиум с тобой опен-кейс. Ладно, я шучу, итак, нажимаем с тобой деплой. Поехали, Альберт. Деплой сразу же? Да, давай, высаживаемся. А, это что-то вроде Overwatch'а. Прикольненько. Кого ты выбираешь? Я выбираю сейчас, я пытаюсь понять, кого здесь выбрать. А, это все классы, а не персонажи, да, получается? Да. Так, за кого я буду? Может быть, Сир Кнайт? Или, может быть, Рипер? Кстати, Рипер, прикольненько. О, слушай, Долбоклюй, а тут Целитель, Шейла. Слушай, это что-то подобие Overwatch'а. Да, очень сильно похоже. Очень сильно. Так, ладно, заходи. Я попробую сыграть, пожалуй, за Рипера. Все, я высаживаюсь. Так. Ты где, Альберт? Я одного убил уже. Ты со мной в тиме? Я уже. Давай посмотрим. На тап нажми. Да, мы с тобой в тиме! Чего себе, я кого-то убил? Я тоже убил одного человека. Так, а ты где? Ты где? Ты где? Я а, с тобой вот в тиме. Я тебя вижу, ты с пулеметом ворвался. О, второго. А, больно, 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 больно. Все, мне нужна помощь, прятаться. Меня убили. Отвечай, это какой-то Overwatch, только по-другому называется. И режим еще платный, между прочим. Да, кстати. Так, а это что такое? Я могу телепортироваться за Рипера. Да не, серьезно, это Overwatch. Скопировали? Да, не скопировали Overwatch, только сделали один гигантский минус. Здесь невозможно закрыть чат в игре. Такие вот дела. Ну-ка, Альберт, я пока что очень нравится. Раунд лост, мы проиграли. Что вообще произошло? Объясни мне, как это произошло? Почему так быстро? Интересный вопрос. Да, так, ладненько. Я открою еще один лутбокс, я хочу себе какой-нибудь новый скин выбить. Там есть лутбокс за 125 робоксов. Я за 120 робоксов покупаю сразу 5 лутбоксов. Нет, там есть премиум, следующий. Ну ладно, я уже купил стандартные лутбоксы, сорянушки. Итак, я хочу, чтобы мне выпал тоже рарный, так же, как и тебе. Я открываю премиум. О, нет, мне опять какой-то зеленый чувак. О, мне легендарный выпал. Опять? Ты что, издеваешься надо мной? Там премиум кейс. Ему опять выпал легендарный, че, как ты это делаешь? Какой-то, слушай, выпал темный рыцарь. Так, мне выпадают тоже какие-то рыцари, но это какой-то отстой, чё за... Там есть премиум кейс, из него так он лучше выпадает. Стой, хоть бы золотой скин, хоть бы золотой скин. Немножко до рарного не доехало. Так, дальше. Лутбоксик открываем. Азарт пошёл. Да. Пошел азарт, только не зеленый. О, так, мне выпал какой-то стикер, точнее граффити. И следующее, что я выбью себе, это... ладно. Мне ничего не выпало. Чё говоришь, следующий рарный, да, какой-то премиум? Угу, следующий сколько премиум сколько он есть. Стоит? Сколько? О, дороговато! Ты чё, издеваешься, что ли? 125 робуксов? Ага. Ладно, окей, давай открой за 125 робуксов. Окей, чё выпадет? Альберт? Давай. Что мне тебе выпало? Курица зеленая выпала! Курица? Как из такого дорогого кейса мне могла выпасть курица? Так, я высаживаюсь. Так, за Рипера я играть не буду. Курица это у нас целитель. Давай мы с тобой создадим тиму. Я буду целителем, а ты будешь атакующим. Окей. Так, ты со мной, да? Тогда я выбираю призрака. Только ты где? А, на топ нажми. Мы, походу, вместе, да. Да, а ты где? А, я на спавне. Уходи со спавна. Так, я тут уже сражаюсь. А, нет! Ты там уже сражаешься. Я за целителя сражался против рыцаря. Так, ой. Слушай, а неплохо здесь можно попадать. Стой, Альберт, я тебя вижу, ты возле заправки, да? Ага. Я за тобой наблюдал. Я с пиратом сражаюсь. Иди ко мне. Ты где? Я целитель. Вот он я. Давай. Я тебя целю. Давай, вот побежал. Ну беги. Человек-петух. Беги. Я петух. Я целитель-петух. О, у меня кинули бомбой! Давай, атакуй его. Тихо, это бомба.
Стреляй по нему, да? Я тебя хилю. Я попадаю. Не парься, Альберт. Я попадаю. Идем захватывать точку. Давай. Вдвоем мы сможем все, Альберт. Все, давай, иди сюда. Давай, 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 захватывай. Я тебя хилю, хилю, хилю. С другой стороны обходит тебя. Тут уже сам одного минус, где? Спаси. Да я стреляю, подожди. Я тебя хилю, хилю, хилю. Хилю, хилю, хилю. По своей самой главной стрелять. Я сейчас сам умру. Меня убили. Не надо, зачем? Что? Зачем умер? Я не знаю, случайно. О, случайно я там так вышло. Просто. Так, ты играешь за Шейлу или за Госта? За Госта. Блин, а я хочу попробовать за Раскала сыграть. Попробуй. В чем у него прикол? Я вижу, у него тут есть... Это гатлинг? Катапульта? Чё? Так, а это что такое? А, это тройной выстрел у меня еще есть на пушке. А, на Т у меня, кстати, граффити. Нажми на Т. Какой у тебя значок? Какая-то как будто кнопка выключения. Офигеть, я кого-то убил уже. Второго убил! Нифига себе, у него урона много. Офигеть. Слушай, я так понял, нам нужно тупо завоевывать точку, да? Да-да-да, удерживать точку точнее. Они даже не доходят до нашей точки. Я установил! Смотри, что я установил. Я установил турель. Это что-то наподобие Торберна. Ой-ой-ой-ой-ой, на меня рыцарь идет. Слушай, а я вот такой... Они сплагиатили все классы из Овервотча. Камон! Слушай, я себе такого рыцаря же выбил, вот этого легендарного. Да? А как его выбрать? А, ну вот у тебя Кнайт есть, чувак такой. Вот он, Сир Кнайт. Здесь можно другие классы купить. Угу. Кстати, ну здесь всего два класса мне недоступно, так что, в принципе... Где ты это нашел? А, нажми на H. На H? Да, и вот у тебя Сир Кнайт. Мы проиграли раунд, пока ты выбирал персонажа. А мы не за красную команду случайно? А мы не за красную, мы за синих. Defeated. Два раза уже проиграли, Альберт. Defeated. Два раза. Так, ладно, давай еще раз высаживаемся, сразу же с самого начала залетаем. Готов? Я хочу киборга. Ну, мало ли что ты хочешь, киборга он хочет. Да вот он, у меня Дектор, я же его выиграю, Дектора и вот этого чувачка. Так, все, высаживаемся, Альберт. Давай. Давай, 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 давай. Так, я попробую сыграть еще за Шейлу. Кстати! Да ладно! Чё там? Тут есть разные weapon kit'ы. Ну, короче, оружейные наборы для персонажей. Угу. Чё? А, кстати, если на таб нажать, то, походу, здесь показывается Тима. Да, здесь показывается Тима. Угу. Стоп, а я с тобой, да, получается? Да. Так, окей. Мы уже вместе зашли. А ты где? Я на точке Б. А, ты уже на точке Б? Я, видимо, играю за Трейсер. Я могу телепортироваться обратно. Телепортироваться во времени. О, тут на Е есть бомбы. Да, ты что, не знал? Нет, только сейчас увидел. Тут у каждого персонажа способности такие же, как и в Overwatch. Что это за отчет идет? Значит, сейчас не взорвется все? Поехали. Все, поехали. Захватываем точку Б. Мы на Б. А где враги? А, вижу. Вижу. По правому флангу обходит. Да, ворон найти. Ой-ой-ой-ой-ой. Красный уже потихоньку разносит. Куда это они все вниз полетели? Пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Меня убили. Это было странно. Я пытаюсь найти противника, хотя бы одного. А, это кувырок, это не телепортация во времени. Здесь, короче, персонажи какие-то слабые. Здесь дисбаланс ужасный. Ё-моё, я один против двоих! Ты на какой точке? Оооо, на точке Б, меня убили внизу, в подвале. Я с тобой! Давай. Блин, у меня вообще она нифига не наносит урона. Войди должна. Вот как этот трейсер, у нее очень маленький урон, она еще и телепортируется, капец. Ты откуда взялся? Он меня убил. Так, значит, на тему умеем рисовать. Слушай, а вот у вот этого ГОСТа нет ничего просто абсолютно. Я даже нажимаю на Shift, он не ускоряет. Здесь всех других персонажей заняли. Я могу играть только за эту Шейлу. Нет! Я не хочу играть за Шейлу, буду играть за солдата. Я солдат. Так, один минус. О, нет. Кто со мной это сделал? Что с тобой произошло? Меня испарили. Тебя испарили? А как выйти из точки С? А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, хилка. А, это граната! Стоп, это не хилка! Убил. Разобрался. У меня появился!
Что? Угадай. У меня появился рыцарь. Да. А, ну все, это было мой слишком. Вот этот вот просто легендарный. Я мышь умеет делать щит. Второго убил. Смотри, защищай. Оба, щит, точку щит. О, погнали, погнали. Да, погнали. Ты все играешь за этого чувака. Рейнхард из Overwatch. Так, и куда идем? О, пойдем вниз. Вот он, чуваки. Чуваки, девчонки, не пропускай. Бей, бей, бей. Меня убил снайпер. Как они это делают? А киллер реально очень классный перс. У него дамаг просто вообще невероятный. Ага. Еще и прицеливание есть. И телепортация. Я что заметил, у этого рыцаря очень сильный меч. Давай, руби ее. Да помогите мне точку С защитить. Я здесь один. А, вот, все, пришли. Пришло подкрепление. А я думал, сова. А я думал, сова. Так, а ты куда поворачиваешь? Направо все время? Я тебя вижу. Как ты так полетел? Это тоже хочу. Меня что-то подкинуло вверх. Они идут, они идут! Что дает эта штука, я не понимаю. А, это метка сквозь стены, я пометил персонажа. Вообще попасть в нее нереально, нужно с дальних дистанций стрелять. Давай, давай, почему я один здесь сражаюсь? Ты где сражаешься? Сразу за точкой С. Сразу за точкой С? Угу, по прямой выходишь, там просто 4 штуки. Есть! Убил! Убил! Меня апнуло по левелу! Хорош. Он к нам мне заходит! Ты куда? Он к нам домой заходит, эй! Пытается! Где он? Почему я своих режу? Я по турели стреляю! Уничтожил турель! Я своих режу, ты понимаешь? Ничего хорошего из этого не будет! Сколько же даблкиллов, что происходит! Опа! Давай, давай, он давай! Сейчас я против пиратихи, один против... А-а-а! Чё у тебя там происходит? Все убил. Пиратиху убил. Ой-ой-ой-ой! Она качала сторону, ты нет, давай! Убейте рыцаря, помогите! У меня какая-то суперспособность появилась на Кью, я не успел ее использовать. У тебя ульта появилась! Стоп, а у меня тоже ульта перезаряжается. У меня на Кью я возродился. На Кью возродился? Типа заново воскрес? Да! В том же самом месте, где и помер. Так, подходите ко мне. Ой-ой-ой-ой, какая она мощная. Слушай, вот она классно играет. Слушай, за этого персонажа. А как тут посмотреть, сколько раз я убил кого-нибудь? Да помогите! Опять точку С захватывают! Помогите, чуваки! А, они перехватили нашу точку. Раунд lost. Тут их два. А, два раунда. Ну, неплохо. Так, теперь мы за красных. Да, теперь мы играем за красных. Ну, точнее, как, мы по-прежнему играем за синих. Ну, в принципе, да. Слушай, я буду за рыцаря теперь. На какую кнопку ты щит используешь? А, вот, на правую кнопку мыши. Может быть, за рыцаря у меня лучше пойдет катка? Мы с тобой два рыцаря. Попробуй. А, ты чё? Ну, я попробую постреляться, раз ты будешь за рыцаря. Ладненько. Иди сразу за моим щитом. Главное, чтобы сенса была в порядке. Ты готов? Ну, кстати, он очень быстро пробивается. Щит пробивается быстро? Ну, очень прям люто пробивает. А, у него типа 400 хп, я вижу. У этого щита. Так, ну что ж. 20 секунд еще. А на shift что у нас, типа ускорение? Угу, только он не работает. Почему не работает? У тебя работает? Работает. Пу! Вот этот только что разогнался, обратно врезался. О, пошло, 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 пошло дело. 5, 4, 3, 2, 1. Английский язык! Побежали за мной. Давай на А. Так, давай на сначала на А, потом идем на Б. Я запрыгнул, я на! Ты куда? Опа! Ничего себе, тут люди купили! Че происходит? Мальчик, хоть кого-то! Щит, 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 щит! Оу, щит! Не убили! Офигеть! Вот это я держался неплохо! Хорош! Что это было за день? Бросить бомбу! Слушай, ну мы, в принципе, с тобой в огромном плюсе. Знаешь почему? А, потому что мы отвлекли внимание от точки Б. Не знаю, я в точку А просто гранаты кидаю и сверху стою. Мочи эту курицу! Мочи эту курицу! Как они меня с одного удара выносят? Меня тоже убивают с одного удара. Вообще какая-то дичь. А захват точки, видимо, показывает этот кружок, да? Мы захватили точку Б, видимо. Кстати. Не уверен. Кстати. Ну, мы ее почти захватили. Мы сейчас уже точку А отбиваем. Должен кружок пройти. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, иди ко мне, иди ко мне.
Я с рыцарем дерусь. Я вниз бомбу кинул. Давай, давай, давай. Чего это херню-то не? Как здесь можно ускоряться? Как тут можно ускоряться? Меня убили. У тебя нашивка ускоряется? Да, ускоряется, конечно. И что нужно делать? Шифтить. Ок. Ясно, понятно. Он умеет шифтит. Так, 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 я ускорился. Бегу к точке А. Давай, давай, самое главное хиллершу убить. На тебе. Хиллерша, она, да, конечно, такая мерзкая. Да, ей прям по перьям. По перьям. По рыцарям стреляй. Давай! Убил рыцаря, кажется. Неплохо. Хорош. Так задамажил его. Хорош. Убили! Убили всех на точке! Демоны! А! Демоны! Капец. Меня призраков вселили. Щиш! Слушай, у меня я не могу один здесь сражаться! Вырывайся, Альберт! Да! Ничего не произошло на точке А вообще. Я просто скину бомбу. Да. Просто задамажила. Но ты понимаешь, что ты очень слабо надамажил ей. Угу. Пойдем на точку Б. Пойдем, пойдем, пойдем. Че мы время теряем? Давай. Ну, можно еще раз попробовать ворваться. Захватываем точку Б и все. Дело в шляпе. Да, думаешь, так легко до нее дойти? Да, еще? Очень просто. Все, я на точке Б. Тут петушки. Я захватываю точку Б, но может быть мне кто-то поможет? Да, сейчас. Тут со мной батлится серьезная мадемуазель. Как их убить? Какого? Убили. Угу. Захватываем точку Б, все, мы ее почти захватили. У них соперники, конечно, все равно посильнее. Все? Захватили? Мы захватили точку Б, давай точку А, перейдем на точку А. Должно у нас получиться 30 секунд, давай быстрее сиди туда. Хопа, сбросил бомбу. Так, стреляю, 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 стреляю. Одного убил. Давай, давай, танка валим. Куда? Я все бросил бомбу. Валим танка. Их сложно, конечно, завалить. Есть, убил одного танка. Все, 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 мы захватываем точку А. Давай, давай, давай. Давай. Но! Есть! Да! Есть! Точка С появилась. Точка С. Шикарно. Жесть. Что это была за дичь? Как мы это вообще сделали? Так, 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 так. Где, 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 где? Вот, вот он. Убейте ее. Убейте пиратиху. Она бешеная. Да, она какая-то безумная. Она крутится, вертится просто. И хоп, мне прям между ног проскочила. А я с ней батлюсь. Да с ней сложно, она очень лютая. У нее 6 левел. Так, я убил. Я начал с Чикеном, кажется, ее? Сражаться. Ой-ой-ой-ой. Так, Чикен Фри, успокойся. Чикен Фри? Бесплатный куриц? Давай. Чувак, мне нужна помощь. Я пытаюсь убить танка. Так, убил давай, хиллера. Давай, 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 еще давай, один давай, хиллер. Давай, 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 давай. Капец ему, да! Хотел бы я сказать. Боже мой, как я потею. Потеешь? Да, очень. Так, убил, убил, убил. Осталось снайпера завалить. Давай, давай, давай. Давай, просто гранату бросаем. У меня ульта есть. Куда сбежать? Ульта, ульта, ульта! Используй! Я иду на цель. Я утонул, но вроде как кого-то убил. Не знаю. А почему никто не это, не завоевывает точку? А мы туда просто прорваться не можем, ты понимаешь? А они почему не завоевывают ее? А они удерживают эту точку. Они защищают ее. Я понял. Все тайное когда-то становится явным, да, Альберт? Что именно? Ну то, что они ее удерживают, а не завоевывают. Ну да, логично. Надо хиллершу убить у них как-то. Да какая хиллерша? Там больше всех парит меня ультра. Да хиллерша здесь самая мерзкая. Слушай, я не знаю, как мы будем справляться. Дела у нас очень плохи. Дела плохи, да. На, лови гранату! Убейте ее! Соник сраный. Я решил по всем разам ударить. Смотри, по всем ударил. Фу. Мало хп им отбил, но по всем ладно, ударил. Ладно, что ж, я пошел в бой. Я просто давай, врываюсь, давай, я давай, всех игнорю и бегу. Меня убили. Игноришь. Я всех игнорю. Нам нужен Рейнхард по-любому в команде. И им буду я, конечно же. Попробую выбрать. Как же он медленно ходит. В этом вся проблема. Там какие-то он передвигается очень медленно. За 30 секунд мы просто не успеем, понимаешь?
Ну, не знаю. Если мы хотя бы две точки завоевали, то мы выиграли. Меня убивают просто за секунду! Да они гранатами закидывают нас. Это все кислота. Они вони. Смотри, они прям в меня кидают гранаты. Как они четко кидают гранаты? Они уже здесь! Да они к нам идут. Да-да-да, я под щитом убейте иду. Убейте курицу. Я защищаю нас. Все, время закончилось, мы проиграли. Да Дэпп. Какой нет, мы чемпионы! Слушай, ну что ж. Короче, мы чемпионы. Это было все. Прикольно. На самом деле, режим прикольный. Это знаешь, пиратский Overwatch. Пиратский Overwatch. О, лутбокс, кстати, лутбокс, есть. Да. Открываю лутбокс. И что мне выпадает, что мне выпадает? Команда Робокстер победила в любом случае. И мне выпадает... Мне трясется она еще. Рарная, опять граффити. Ну ладно. На этом наш ролик подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте свой лайк и подписывайтесь на наши каналы, если вы еще не подписаны. И оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Playtime.